И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все так же с модом Mononoke Genesis Reborn. И сегодня мы что пойдем? Правильно, по боссам. Вообще, в моих планах посмотреть, что, когда, где. То есть сначала завалить какого-нибудь одного босса. Одного босса будет вполне достаточно. Я думаю, достаточно будет, к примеру, паучиху. Во-первых, она вроде бы менее опасная, во-вторых, вроде бы на нее уже есть один артефакт. Вот, ну, сначала вот улицу вам пришел показать, то есть установил немножечко освещения все-таки на улице и установил парник. Парник наконец-то... твою мать. Парник наконец-то работает, вот на плодоношение, все удобрения сюда закинул, как бы работает, работает и работает самое главное. Вот, то есть потихонечку работает, это уже хорошо. Да и все, пожалуй. Из изменений очень много провозился с лепидричеством по всему этажу. То есть сейчас все что без, так, без яркости. Вот на яркость увеличенная, вот, то есть без гаммы. А, и сразу, что я хотел сделать, проверить, развалится у меня тут вообще все чертям собачьим или нет. Нет, целенько, все, отлично. Отлично. Просто я потом хочу заменить здесь ворота на другие, вот как вон там у меня наверху. Они более адекватные и работают намного лучше. Ну, пока я без ворот похожу. Здесь у меня есть защитники. Здесь у меня есть защитники. Так что все нормально. Тем более на нейтралочке. Так. Да, ну и здесь, соответственно, открылся проход. Ну, пускай будет. Пускай будет, посмотрим, что когда где, возможно, я вот это вот и уберу. А по сути-то это и не нужно. Вот, осветил и здесь, для того, чтобы... то есть, когда освещает снизу и сверху освещаешь, оно освещается помещение намного лучше. Так, к примеру, вот это вот помещение все нормально освещаются, а самое верхнее освещается, ну, как бы то ни было, не очень. Потому что, когда свет только один... Ну, то есть источник света один, то, твою мать, надо борты сделать, то не очень. А когда это, то нормально. То есть здесь нужно будет поставить потолок обязательно и также осветить его сверху, поосвещать, чтобы вот на этой выглядело все намного лучше. А ты не пробовал? Стоя. Ага, красава. Так, погнали вниз. Так, на ком пойдем? На ком пойдем за артефактами? Можно и на велике сгонять. Почему я так думаю? Потому что стреляет. Это мне очень сильно поможет. Так, да, здесь у меня есть стегать, чтобы зарядить, чтобы они начали чем-нибудь там уляхать, какахать там, вот это вот и все. Ну, ладно, с этим потом как-нибудь разберемся. Этот ящик перенес сюда. Надеюсь, что он будет работать. По идее, по дальности должен работать. Единственное, что я хочу сказать, обновился мод, я пока что не понял, что конкретно обновилось, но обновился сегодня у меня, то есть 22 число, обновился мод. Что он конкретно дает от обновления, да кто ж его знает, поэтому вроде рецепты все те же самые остались, может какие-то мелкие поправки, баги и все в таком духе, как бы вроде рецепты все те же самые идут. То есть, ну, какой-то мелкий баланс. А, ну, единственное, что я заметил, теперь видите, да, они все у меня легендарные предметы стали. Вот, Prime Desert Cloth Pants, то есть, они все стали, то есть, не красными, а легендарными. То есть, я сначала подумал, что пошло не так, но нет. Возможно, именно вот в этом-то и есть разница. Так, кстати. А, ну и вот что-то с рецептами, видишь? Они их перекинули, но на нуле было намного больше всяких предметов, сейчас их намного меньше, то есть их переместилось вот сюда. В общем, не знаю, что, когда, где. Единственное, что я хотел проверить. Поясный элемент. Ну, по сути, все так же осталось. Это на сотом это то, что у меня я модом добавил, и все. То есть ничего другого. Так, единственное, что... И, ну да, как бы ничего другого не сделано. Поэтому не знаю, что конкретно изменилось.
версии 5.5 будет видно. Сейчас мне нужно артефакты. Как я уже сказал, я хочу вызвать паучиху. Вызывать будем через мод. Так. Не, вроде бы не через тебя. Да ё просто. Вроде бы через тебя создается вот это все. То есть артефакт мудрости, целостности охотника. Ага, это у меня для горилл есть. Ну хорошо, возьмем гориллу, какая нафиг разница. То есть мне нужен артефакт жесткости и артефакт пожирателя, потому что артефакт Сэй у меня уже есть. Так, артефакт жесткости, он же Брут, он находится под водой на карте центр. И как бы то ни было, я уже потом узнал. Ну, сначала я была прошлая серия, и потом я узнал, что он находится под водой, и так думаю, о! Голёво, вовремя я притомил водоплавающих. Вот, поэтому с этим проблем не должно стать. Артефакт пожирателя у нас находится... О, в зимке. В зимке тоже хорошо. То есть сгоняем. Вообще, в моих планах, конечно, в идеале бы, конечно, это и туда сгонять. Вот, но... И на босса. Но там посмотрим, что будет. Вход под водой 71,5 на 87,5, грубо говоря. Поэтому сейчас тпхаемся на... Да, кстати, я здесь могу спокойно тпхаться. Тпхаемся на синий обелиск. И... Да, прям здесь самый огонь. Так, и уже через прекраснейший полет... красный это артефакт. Белый это вход. Вход на 69 на 92. 69 на 92. Окей, не проблема. То есть примерно летим вот туда прямо. Даже вот туда. И где-то вот там будет у нас вход. Главное не улькнуться в воду, чтобы не потерять темп. 69 на 92. Это вот примерно куда-то туда. Так. Плагорнисов, конечно, тьма тьмуша. Но я перелетел. Вау! Крякушка. Так. Давай вызывать сразу же тебя. Потому что без тебя здесь точно, ну никак. Ну и погнали ко входу в пещеру. Да, здесь она красиво. Да, к Нидарии. Единственное, что... Очень тяжело. Так, это еще и без гаммы, да? Нифига себе. Это так ярко и без гаммы. Ужас. Тяжело ориентироваться, когда ты плывешь просто тупо в никуда. Вот это вот та самая такая проблема. Ну, я думаю, она где-то будет на дне. 69 на 92. То есть где-то тут. Где-то там, где-то тут. Где-то там, где-то тут. Я даже это потерялся в ориентации, куда конкретно мне нужно идти. Вот такая вот тупость. Вот, примерно на тех координатах, до которых я нахожусь. И входа я не вижу. Это основная проблема. 69 на 1, 92,2. И вот это тоже немножечко проблемка. Хотя, может, просто где-то что-то рядом. Да, вот так сделал поярче, все-таки будет немножко. Это может быть проблемой с... Прям конкретно может быть проблемой. Ладно, поищем. Ага. На самое дно опускаться тоже точно не нужно было. Потому что я вот поднялся вверх, и надо мной есть скала. Ну, то есть, как бы, проблемка была в том, что я зачем-то... Твою мать, господи. Я испужался, думал, какого хрена... Нет, самая проблема это даже не электрофобус вот это, а проблема в кнедариях.
они с седла выбивают. И для меня это самая главная проблема. О, господи, что-то чутка расслабился. Так что координаты, как вариант, все-таки правильные. Единственное, что, где конкретно вход, это уже интересно. Ну, хоть не на самом дне, и на том хорошо. Да, знал бы я это ранее. Твою мать, как бесит эта надпись конченая. Кто бы знал. Просто перекрывающая координаты. И мне, получается, нужно... Куда-то непонятно куда. Очень непонятно куда. Еще живки много. Бесит. А знаете, что, пожалуй, самое тупое? Сейчас, секундочку. Свернул браузер. Я искал пещеру. Но какой-то имбецил. На Вики. Я обожаю просто Википедию. Это просто вообще. Нарисовал начало. То есть на других картах, когда у тебя просто артефакт, он так и не обозначен. Просто артефакт. Когда он это таковой на карте. Ну, то есть у тебя просто артефакт находится, да, и ничего больше. Он так и нарисован на карте, что нету входа в пещеру. У тебя он просто этот, как данность. Есть и есть. Здесь же какой-то дебил додумался, типа, о, будет круто нарисовать этот начало. Откуда нужно заплыв делать? Тебя, как говорится, должно волновать, откуда делать заплыв мне или нет. Просто отметь на карте точку артефакт и все. Вот же проплывал около этой фигни, и я уплыл туда, в ту сторону, потому что какой-то... умный человек написал координаты, с которых нужно мне начать было заплыв. Зачем он это написал, я не знаю. Но суть в том, что если проплыть вот сюда чуть дальше, вот к этой вот точке, то мы увидим вот это. Loot Create с артефактом. О, 300-й Тусити Утис. Фига себе, ты что такой бешеный? Вот такие вот и приколюхи. Мобов, конечно, вот что-то слишком дофигища. Но такие пироги. То есть этот артефакт находится просто тупо под водой. Не в пещере, под водой. Просто, тупо. Находится под водой. Но кто бы знал. Теперь вы знаете. И я, надеюсь, вспомню это в следующий раз. Когда у меня такой же будет затупок. Так, здесь телепорт. О, не, можно поставить, отлично. Это интересно, только тпкнуться сюда могу потом или нет. Поэтому сейчас давай отлетим сюда подальше. Точнее, отплывем подальше. И поставим здесь еще. Телепорт. Чтобы, если в что, мне можно было ходить и лутать все это дело. Берем артефакт, берем топор в руки и погнали мочить этих уродов. Сейчас только пройдет это и оп, сразу же, только прошло и... Ну давай, 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 оп, сразу же. А, еще одна. Хорошо, не проблема. Просто так легче. Слышь, это моя добыча. Ну да и пошел ты. А теперь ты моя добыча. Так, нужно будет проверить обязательно с телепортом. Но это мы уже сделаем за кадром. Так. Арт жестокости. Ну-ка, давай посмотрим. Оп. И улетаем. Отлично. Это уже просто замечательно. Значит, в следующий раз можно будет сюда просто тпхнуться и залутаться. Без каких-либо проблем. Здесь, кстати, еще и жемчуг находится. Да, Дункляр Стей сразу же согрелись. Кто бы сомневался.
Так, пожиратель у нас находится точно в зимке, точно в пещерке. Координаты входа 18,7 на 29,7. У меня есть телепорт в зимку. То есть он тоже не составит мне какой-либо проблем туда добраться. Как бы все рядом. Так, вход где-то... Во! Вот здесь был кипиш какой-то. О, Сноугига. Я к Сноугиге. Так. Ну, сам ты напросился, что поделаешь. Отлично. Такой, ог, 270-й. Прикольно. Просто он сам на Prime Alpha Polar Bear. У него был, не было вообще никаких шансов, но он решил нарваться на него. Ну, что поделаешь. Земля, как говорится, стекловатый. Так. Перем на вот. Арт, вход. Вроде бы я за пожирателем сейчас иду, но если что, придется переименовывать. Что поделаешь. Так. Вроде бы я правильно приперся. О, давай. Ну да. Раз все потемнело так жестко, значит я правильно приперся. Так, язык не переключился. Кстати, смотрите прикол. Если нажать Alt. Хоп, хоп, хоп. Если я не слезаю с него, то резко, да, все? А на велике он все так аккуратненько. То есть как бы... В общем, как-то непонятно, камера работает. Альтовская. Но почему бы нет? Ну, слушай, да. Да, наверное, норм тема будет на велике побегать. Учитывая, что он дальнобойный. И можно сделать гадость. Но только вот он не достает, конечно, отсюда. Ладно, погнали. Хотя, наверное, лучше бы на это, на мегапитеке, но ладно. О, мегалозавры. О, нормас. Чоп-чоп-чоп-чоп. Ой, ладно, стенку взялся. Да. Пошла жара. Пулеметная установка в деле. Слышь, сейчас пулеметная установка переключится в ближний режим. Ты че? Так-то борзеть. Видишь ты? Дышу, кому не давай по мне мочить. Я тоже вообще-то не лыком шитый. Здесь же вроде бы надо нырять, наверное. Но не точно. Ладно, сейчас разберемся. Здесь вроде бы я ничего больше-то и не вижу. Кроме как вот этого вот, озера. Ой, ну ладно, ладно. Ручками так ручками. Тоже вот это вот начали. Ручками так ручками. Вот вас, конечно, лучше бы надо было издалека мочить. Так, ну детеныши не трогаем. Толку от них нету. Не по XP. Да и угрозы они не... Не составляют, скажем так. Ну, вроде бы, наверное, туда нырять нужно будет. Ладно, сейчас разберемся. Да, здесь точно ничего нету. Ну да, и он тут здесь с такой спуском в водичку идет. Велик явно плохо плавает. Поэтому надо вызывать другого. Хм. А, ну да. Ну, хотя. Давай проплывем и посмотрим.
Пещерка-то не маленькая. О, чувствую себя как в домике. Сейчас будет прикол, если я вынырну в том же самом месте. О, не, добрый вечер. Велик, давай назад. Погнали. Давай вот без этого. Ну ладно, ладно. Ручками так ручками. Ой, кто там такой? Наверное, тоже в текстурку настроил просто. Храм. Интересненько. Кисо. Как-то неплохо так планомерно зачищать все это дело. Ну вот, замедлил, что ли. Они своими трупами защищают друг друга. Это плохо. Читеры. У них есть танки, у них есть... войны. Давай разберемся и с этими всеми. Не-не-не-не-не, не надо выйти. Выйти, говорю, не надо. Так, паучок, отстань. Ладно, ладно. Ну, ручками так ручками, что ж вы так сразу пристали? Вот так, хочешь повеселиться, Ани? Так, меня явно зазывают подняться наверх. И я вижу артефакт. Ядовитый, что ли? О, не, просто раскраска такая. Прикольно. О, клёво. Весело я смотрю у вас тут. Ладно, ладно. Просто, когда они подходят вблизь, я не могу... Велик в целом не может стрелять, вот скажем так. То есть, если они подходят это, то они... Получается, прикрывает меня. Как стрелка. О! Ладно, ладно. Но вот только кого-то убиваешь рядом с собой, можешь сразу стрелять. Или почти сразу. А, о! Не ту кнопку нажимал. Не-не-не-не-не. Давай без меня. Так, ну артефакты-то я уже видел. А куда это ведет? Никуда? Хм. Ну, по сути, да. Ой, я и забыл. Во. Хоть темновато, но зато не так глаза режет. То есть просто сделал маленький кругляшок. Ну, типа, если что, я мог здесь подлутаться этим. Ну, ресурсы залутать немножечко. Ну, тоже вариант. А так-то прикольный храм. Храм, замок, подземелье, то что вы... Кто что здесь строил? Так. Как говорится, все дороги ведут к артефакту. Замечательно. О, кисы остались живых. Это хорошо. Какой ты кровожадный. Точнее, кровожадная. Так. Где я здесь могу впиндюхать? О, отлично. Впиндюхали. Арт пожирателя. Ну, естественно.
Переименовывать не надо ничего. Отличненько. А теперь домой. Стая артефакт у меня уже есть. Я, кстати, нашел достойное применение вот этим всяким предметам, которые выпадают с меня. Точнее, с мобов мне в инвентарь. Это вот под водой тусил. Ну, да, здесь все остальное скидываю. И да, плоды приносят. Какие-то ресурсы гача, да, накидывают мне. Что тоже уже неплохо. То есть вон кристаллики идут во всем, и это хорошо. Опять же. О, велик! Яичко снесла. Здорово. Так, теперь скидываем все сюда. Берем все артефакты. Точнее, нужные артефакты. Ой. Так, вот это мне нужно. Это не нужно, вот это скинуть. А здесь можно? Здесь нельзя. Запускаем. Так, отлично. Так, я думал, что создастся предмет. Выключаем этот шумный аппарат. Так, дальше. А дальше мне бы проверить работоспособность моих. Опять они сверху падают. Ну что за вот создания такие нехорошие. Мне проверить бы, как работает мой артефакт. О, телепорт. Арт стаи. Арт. Так, давай сразу попробуем сразу к нему. Логично. Так. Вход к пожирателю. Так. Дальше забегаем в пещеру. Это не должно составить мне проблемы. Угу. Здесь потому что мобов не должно быть. И арт пожирателя. Сейчас должен попасть куда надо. Эп. Вот отлично. Да, он еще не заспавнился, но все здорово. Отлично. Можно бежать домой. Я замерзаю. Интересно. Такого сопротивления не хватает. Интересно. Так, дальше. Что мне нужно? Мне нужно открытое ровное пространство. Почему ровное? Ну, потому что я так хочу. Почему открытое? Ну, чтобы было поудобнее. Вот здесь, я думаю, будет самое нормальное. Так, вызываем кого? Ну, естественно, Аллозаврика. Потому что не маленький. ХП много. И урон хорошо прокачанный. Ну, самый прокачанный у меня. Так. Как это работает теперь? О, вот так работает. Ну, хорошо. Да. Вот он, тег-репликатор. Ну что ж вы, ну что ж вы, вот это вот. 800 тысяч. Какашками накидались. Ну что такое? Так. Не открывается, отлично. Значит, трупик исчезнет попозже. Открылась. Так, гамма. Ну, все как за убийство боссом. 800 тысяч хп, то есть это вообще ни о чем. Ну, вы сами видели. А, вот. Единственное, что, самое главное, мне открылись изучения. Открылись тег изучения. Самое главное, для чего я это делал, это для тег-репликатора. Вот, тег-рама, тег-люк. Ага. Это из плюсовские. Вот, тоже могу их изучить. Ну, потому что они у меня уже открылись. Вот. SS тег-репликатор могу сделать. Отлично. Ну, далее. Здорово. Ага, это не открывается. Вот, тег-перчатки. Значится. Подожди. Так.
А как? Эти не открылись еще. Отлично. Для этого нужно убивать уже других. Ладно, неплохо. Надеюсь, труп еще нет. Отлично. Самое главное, это тег-репликатор. О! Буст на экспу даже дали. Классно. Ну, бусты у меня и так есть. Погнали домой. А бусты с кого-то мне дропнулись. Я уже не помню. Так, да, и телепорт у меня как-то стоит по-тупому. Там Диноса застревает. Вот, я не помню, с кого точно мне дропнулось и сколько с чего дропнулось. Но у меня сейчас есть ласки на экспу. И я вот сейчас бы одну хотел проверить. Ну и тег-репликатор создать. Что самое главное, для чего я все это делал. Вот он. Отличненько. А для чего мне нужен тег-репликатор? Если я правильно помню, а я надеюсь, что я правильно помню, то в нем быстрее все создается. Единственное, что он требует естественно заряд генератором, именно тековского генератора, либо элемента. Вот, самое первое, что нужно будет сделать, это генератор. Но у меня он пока что не изучен. Это тоже нужно будет исправить. Так, дальше что мне нужно? Нужно скинуть трофеи, ресурсы. Флаги потом выставлю. У меня даже появилась идея. Дальше что? А давай проверим. Ага. Давай возьмем единичку элемента для запуска. Ну где же там? Вот, единичка элемента. Оп, да, кнопку включить. И электроника. Так. Включить. Ну да. Значит, я правильно помню. Вот как крафтится здесь. И как крафтится здесь. Ну, вы поняли, в чем разница. Вот, именно поэтому я и к этому и стремился, скажем так. Быстрый крафт, первый босс, артефакты. Вот, это то, что мне было нужно. Так, ну, это однозначно означает одно. Мне нужно будет всех остальных боссов валить. И мне нужно куча элементов. Ну, хотя генератор, если бы я... О, неплохо. Генератор, если бы я состряпаю на элементе работающий, то все будет хорошо, и этот у меня генератор можно будет отключить. Как по мне, неплохо получилось. Что-то я еще хотел сделать. Да. Конечно, кроме меня никто мне не подскажет, что я еще хотел сделать. И, кстати, да, очень вполне ярко в помещении у меня находится. Так, ладно. Давай посмотрим, что нужно на тебя. Flame Essence, Dominus Rex, ну-ка, хоп, Evolution Matrix и Flame Essence. По сути, только этого мне и не хватает. Так. У меня артефактов сейчас не хватает, да? Около бродяги телепорт не поставил. Жаль. Протупил. Хитрости. Надо за ним сходить. И телепорт поставить, чтобы больше за ним не бегать. Он хоть и близко, но... Хоть и близко, но далеко. Так. Stay Langed. Кстати, да, я немножечко протупил. Кстати, лайк там, я создавал его здесь. Вот. Я его создавал с поединички. А потом заглянул в рецепты здесь. И он вообще-то создается здесь. Включаем.
на создание 1000. И вот, пошел автоматически делаться. А я дурак. Ну что поделаешь. Кстати, угля надо побольше сделать. А то что-то как-то он расходуется быстро. Ну, еще и здесь ресурсы. Хм. Интересно. В общем, как-то сегодня у меня все намного быстрее получается. Кстати, Large Experience Potion Boost. Погнали посмотрим, как он работает. Допустим. Допустим, ты. Что у нас по XP? Да нормально по XP. Скорость передвижения. Запас заряда. Ну-ка, 63 тысячи было. Вау! Это больше, чем у Алозавра моего. Прикольно. Ну, давай, заряд. Пускай будет. Потихонечку копится. Если что, тогда в нем можно будет заряжать аккумуляторы и не только. Хм. Интересно. Это он 800 тысяч XP дал. Мне это однозначно нравится. Давай еще проэкспериментируем. Кстати, да. У меня голова гамна дракона. Две головы. Два трофея. Ха. А так я ничего не открыл. То есть, все-таки, тот, который дракон летает по карте, он как бы дракон, но рецепты не открываются. Хм. Ну ладно. Так. Ужж. Клево. И немножечко урона. Отлично. Здорово. Так. Пока я страдал фигней. Да, здесь все уже готово. Делается неимоверно быстро. Всего-то на одном элементе. Да, надо генератор однозначно ставить. А для генератора нужно его изучить. Думаю, в следующей серии этим и займемся. А пока давай посмотрим, что у нас. Нет, не здесь. На две штуки есть? О, не выбрал предмет. Бывает. О, отлично. Артефакты уходят в зрительный зал. Отлично. Теперь мне не хватает вот этого. Для этого мне шарты. Много шартов надо. И элементы. И сюда надо. Хорошо. Я не думаю, что это составит какую-то проблему. Даже без создания элемента. Кстати, пыль лучше оставить. И руда тоже лучше оставить. Как и металлолом лучше оставить. Конечно, это хлам, но этот хлам, особенно металлолом, так легко не достать. У меня на карте. Поэтому лучше их оставить. Так, мне нужны шарды. Шарды, наверное, делаются здесь. Давай сделаем так. А потом все, что остается. Ё-моё. Они мало так ресурсов сюда закинул. Отлично. Осколок элемента в большом-большом количестве. Ну, если что, я всегда их могу состряпать обратно. Поэтому пускай будет так. Чтобы их не надо было создавать. Пускай лежат как ресурс. Отлично. И это тоже лишнее надо скинуть. Дальше. Мне нужно много шардов. Требуется 25 осколков. Но давай сделаем 100. Хм. Долго будет делаться. Хорошо, что я это сейчас узнал. Так ты делаешь по 100 за раз? То есть 25 осколков это 100 шард элементов. А я думал поштучно. Ого. Ну тогда мне так много-то и не надо. Как говорится, спасибо, но мне этого достаточно будет.
Тогда сделаем вот так. Опс, лишнее. Лишнее! А-а-а. Вот так вот там. Так, эссенция. Требует 25 элемента. А, интересно. А вы мне поскольку делаться будете? Ой, мне же 2 надо было. Отлично. Это легче, чем их выбивать. Создать всегда легче. Так. 25 их нужно. Ого. Все остальное вроде бы есть. Да, Evolution Matrix и 25. А, даже теперь интересно, поскольку они создаются. Если те создаются по 100, надеюсь, хотя бы эти не по одной. Я очень надеюсь. Ой, они быстро создаются. Но создаются по 2. Жаль. Элементов нужно очень много. То есть мне нужно еще 23. Есть? О, это хорошо. Но элемент я потратил, наверное, весь. Да уж. Ой, а желтые у меня уже были созданы. Ну да. Лишний создал. Ну вот, пускай создается. Отличненько. В итоге у нас сейчас что имеется? Мы имеем все ресурсы для того, чтобы сделать флейма. А также мне нужно будет флейма переделать в альфача. Для этого мне нужны еще одна Evolution Matrix. Мне нужно будет 2 артефакта. Но это тоже не проблема. Да и по мелочи так всякой. То есть... По сути, я могу сейчас начинать выращивать самого сильного Индоминус Рексом. Ну-ка, да. Самого сильного Индоминус Рекс могу выращивать. И делать из него Альфа Индоминус Рекс. Надеюсь, можно будет сделать Альфа Индоминус Рекс. Хм. Надо больше угля сделать. Уголь очень сильно расходуется. Благо, они могут делаться одновременно сразу все. Кстати, металла, наверное, у меня много. Эх, надо еще сделать хорошую кладовую. Как же ж много дел за кадром. Ладно, на сегодня я уже точно с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Посмотрим, что будем делать в следующем видео. Или пойдем других боссов валить. С артефактами лутать. Или же будем выращивать Альфа Индоминус Рексом. Надеюсь, у меня все-таки выйдет Альфа Индоминус Рекс. Ну, как минимум, флеймовский у меня выйдет. Все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.